Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами сайтом. Я вчера только зарегистрировалась. Называется Аудиопланета. Наподобие Медиаграм. Только этот сайт, он не легче намного. Значит, здесь мы слушаем музыку и за это получаем денежку. Прослушиваем абсолютно без вложений. Здесь заработок на прослушивание музыки. Здесь вот я уже пообщалась с техподдержкой. Правила о проекте. Кто захочет присоединиться, обязательно прочитайте. Здесь также заработок на музыке. Вот это все я уже зачитывать не буду. Я вам кратенько покажу, что нужно делать. Ну, а там уже сами изучите. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. На почту вам придет письмо. Нужно подтвердить адрес электронной почты. Значит, и там будет ваш логин и ваш пароль. Мне письмо пришло в папку «Спам». Что они здесь... Еще вот, что я вам... Хотела только показать, как это работает. Каждые сутки, ровно в полночь, обновляется доступное количество конкретных музыкальных композиций. До 25 для новичков. За один трек начисляется 0.01 бит. Это 1 копейка. В день мы прослушиваем за раз как бы 25 треков. Это 25 копеек. Минимальный вывод отсюда на Pair от 1 рубля. Вот. И вот они говорят, что можно с первого дня и без вложений. Я зайду в мою студию и покажу вам все изнутри. Я вчера прослушала 25 треков, и вот у меня 0.25 бит. Это 25 копеек. И минималку, как видим, можно заработать быстро. Так как сегодня я еще прослушаю 25 треков. Вот они. И у меня уже будет 50 бит. И за 4 дня будет минималочка. Здесь вкладочка «Пополнить». Здесь «Фрикасса Pair» – это, друзья, только по желанию. И вкладочка «Вывести». Доступно для вывода 0.25 бит. И что? Минимальная сумма для вывода средств на Pair составляет 1 бит. То есть это 1 рубль. Вот здесь курс 1 бит равен 1 российскому рублю. Здесь все в рублях. Значит, по поводу прослушивания музыки. Здесь нет такого, как у Медиаграм. После каждого прослушивания вводить капчу. Я вот за 25 треков я вчера, я капчу ввела всего лишь 6 или 7 раз. Все. И после, вот здесь кликаем, начинается музыка. Опять же таки ставим лайк и кликаем обновить страничку. И после, так как здесь капчи такой нету, как я уже сказала, она появляется редко, периодически, скажем так. Вот. И тут нет такой рекапчи, здесь буквенно-цифровая капча. Буквы на английском языке и заглавные. Там одна буква, по-моему, одна-две буквы иногда появляются, а остальное все цифры. Так, поэтому я сказала, уже все мы умеем прослушивать музыку. Что здесь? Категории. Значит, категория А. 350 бит. Это напоминает все абсолютно по желанию, не обязательно. И за каждый трек 40 бит. Вот. За один трек. Ну, так это неплохо. 350 рублей. Это в рубли, если мы переведем. И что они нам здесь пишут? Вы можете активировать любую категорию, какую вы хотите. И вот это.
Активация любой категории не имеет срока ограничения эксплуатации. Если мы купили, например, вот за 350 бит, и постоянно у нас будет, как бы, нету срока годности. Вот в Медиаграм я вот пополнилась на $5, каждый трек отрабатывает 200%, плюс 200%. А потом уже, если хотите следующую покупаете, ну, как-то так. Так, любая категория покупается на все время работы проекта, а также вступает в силу мгновенно после активации. У меня был такой порыв закинуть сюда 350 рублей, а потом думаю, поработаю я пока без вложений, проверю его на вывод, а там уже видно будет. Потому что 0.40 бит, это 40 копеек за один прослушанный трек. Ну, я думаю, неплохо. Вот. Далее, что здесь? Мои данные, мои рефералы. Вкладочка находится, ваша реферальная ссылочка и баннеры. И внизу будут как бы отображаться партнеры. Здесь ничего такого нет. Далее, история активности. Вот у меня должно быть. Я вот вчера прослушивала мои треки. Так. История. Так. Обладателем медиа. Реклама на сайте. Можно давать рекламку. Автоплеер. Ну, это чтобы, опять же таки, по желанию, чтобы каждый раз не прослушивать будет. А закончится музыка, опять пойдет. Это уже 1000 бит, 1000 рублей. Значит, VIP-новичок, заработок на видео, это тоже нам не надо, акции, подарки, магазин рефералов, это если вы хотите купить рефералов, золотая нота, также на бесплатном основе здесь ничего не дается, премиум-аккаунт тоже по желанию, заработок на фото, это биткоин, курс биткоина, ну, здесь самое вот такое я вам показала, бонус нам тоже также недоступен, рейтинг меломанов. Вот. Ну, в принципе, и все. Слушаем музыку. Зарабатываем, прослушаем 25 треков. 25 копеек нам идет. Вот. Ну, и как будет минималка, будем пробовать выводить. Здесь вкладочка «Пополнить по желанию», «Вывести». Также я общалась с техподдержкой. Я что хотела узнать, есть ли здесь группа какая-то или какой-либо чат. На что мне техподдержка ответила, ничего здесь нету. Ну, поддержка отвечает и тоже. Это, я считаю, большой плюс. Ну, в принципе, здесь больше и нечего делать. Слушаем музыку, зарабатываем, берем абсолютно без вложений, берем реферальную ссылочку, приглашаем партнеров. Не хотим приглашать, пожалуйста, без приглашений. По 25 копеек в день. Набирается минималка, ставим на вывод. Также здесь, друзья, вот сколько здесь языков, очень много. Значит, это интернациональный, скажем так, сайт. Но следующее видео будет по выводу денежных средств. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.